Всем здравствуйте. 16-й день оказался моим последним днем. Больше я не буду тренироваться каждый день и 100% не буду снимать каждый день и монтировать каждый день. Почему? Первое, я устал. Устал морально, устал физически. Больше, наверное, морально. Физически было хуже, кстати, на где-то отрезке 5-8 день было хуже. Сейчас вот эта штука болит, вот которую я сейчас раскатываю, очень сильно прям крипатурит. Ну, боль такая хорошая. Но я морально просто не вывожу. То есть мне вот вчера вообще тренироваться не хотелось. Хотелось просто прилечь, отдохнуть, подышать, не прыгать, но... Ради того, чтобы закончить эту всю серию, я все-таки заставил себя и разомнулся, и начал вот с таких еще разминочных прыжков. С чем можно провести параллель? Я в детстве никак не мог понять, я любил Warcraft 3 играть, и я слышал истории про то, как проф-игроки в Warcraft ненавидят играть в Warcraft. И я все не мог понять, ну как, ну ты же зарабатываешь деньги на том, что ты играешь в любимую игру, и ты ненавидишь эту игру, как это вообще работает? И я понемногу начал понимать, когда это превращается в какую-то обязанность, в какую-то работу, особенности, за которую мне никто не платит, то это вообще не хочется делать. Так что я... оставлю этот формат, как он есть. То есть, когда будут обычные какие-то тренировки, я буду смотреть, что, в принципе, прикольный материал, можно его смонтировать. Я буду монтировать, буду озвучивать, буду делать вот в таком формате, как есть, то есть обычные тренировки. Но я не буду делать каждый день такой формат. И я не буду снимать каждый день. Потому что для меня по кайфу и тренироваться, и снимать. И я хочу, чтобы так и осталось. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Надеюсь, что никто не огорчился слишком сильно. Разбор на Art of Motion я запишу, наверное, завтра. И смонтирую где-то суббота-воскресенье. Ну, как я и обещал, до конца недели сделаю. Здесь мы с Лешей играем стик на 3 буквы. Разминочные, такой легкие прыжки. И вот я только что взял первую букву перед этим. Не затащил стегнуть, пришел на пятки вот там. И, в принципе, это все, что я хотел сказать о моем челлендже. Сдулся, Артур, сдулся, сдался, не смог, не затащил. Что еще сказать? Было прикольно, было в один момент прям... Я думал, блин, прикольно, это можно делать, наверное, вообще каждый день. И не только 40 дней, а много дней. Но, наверное, не я так смогу. Может, кто-то другой сможет, может, у кого-то другого получится, но не у меня. Вот как вы считаете, предыдущий прыжок был стиком или нет? Я там простоял 3 секунды, но я все 3 секунды падал. Что мы с Лешей слишком много заказывали и повторяли друг другу, и мы в конце концов решили сыграть до 2 букв, то есть СТ, не СТК, а СТ. И вот здесь была 2-я буква, то есть я 2-1 я проиграл, после чего я пошел, сделал вот этот манкос, а никогда его не пробовал с места. Благодаря тому, что поясница уже не болит, у меня растяжка поясницы улучшилась. И, ну, это все из-за босохождения. Видос про босохождение я запишу потом, про свои полгода. Но настоятельно рекомендую как растягиваться, так и ходить босиком везде, где только можете. Все, это все новости на сегодня, это весь видос на сегодня. Надеюсь, вам было весело наблюдать за мной. И увидимся, услышимся в следующих видео. Всем пока.